Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах и более ни о чем. Сегодня хочу с вами рассмотреть интересный циферблат. Календарный, как его называла сама разработчица. Да, именно разработчица, это российская разработчица. Зовут ее Ирина, помогает в ее разработке ее муж, как она сама говорит. И вот так на данном циферблате календарно выглядит режим AOD. Или экран всегда включен. Вот так же данный циферблат у нас, дорогие друзья, выглядит воочию. Посмотрите, шикарнейшая, так скажем, картиночка. Посмотрите, как сделано, прикольно. А дальше, если мы еще с вами, когда будем смотреть настроечки, я думаю, вы будете очень сильно удивлены. Картинка действительно очень хорошего качества. Посмотрите, фон черненький, красотища просто. Календарно, это то, что здесь у нас есть. Полноразмерный календарь. Четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда. Вот так вот он идет, и он, получается, перескакивает в соответствии с тем, какой день недели, а не то, что он начинается с четверга, как может показаться. В самом верху у нас год, с вами здесь есть месяц, март, тоже немаловажная, да, так скажем, информация здесь, воскресенье, число, дальше время, секунды, здесь события, но это все дело меняется. Здесь у нас пульс, как видите, еще к тому же и анимированный. Дальше шаги и дальше заряд аккумулятора. Здесь у нас стоит виджет, в моем случае погода, но он меняется. Здесь же у нас встроенный таб-зоны. Первое — это у нас будильник. А вот так вот это все дело выглядит. Второе — это у нас таймер. Дальше у нас еще есть кликабельные зоны, о которых мы поговорим. Первая здесь, ее надо настраивать, выводить приложение. Вторая здесь. Ну а теперь давайте по настройкам. Вообще мне классно вот нравится, как сделан, смотрите, с тенями такими вот, с фонами, сам календарик. Действительно прикольно. Ссылочка, кстати, будет в описании видео, сможете пройтись и купить данный циферблат. Первое — это изменение фона. Он делается либо такой чуть-чуть светленький, либо просто черный-черный. В данном случае вот так вот он просто черный. Цвет основного, так скажем, цифр и всего остального вот так можно поменять, какие вам угодно сделать. Тут цветов, слава богу, очень много и всевозможных оттеночков. Мне вот нравится зелененький, такой вот прямо, ух, красотища. Идем дальше. Дальше у нас здесь time set. Это убирается вот эта вот полоска, которая по времени похожа, как раньше делались на виджетах таких смартфонов, как ITC. У них были виджеты вот такие, которые чик-чик-чик перескакивало время, как на старых часах, таких еще механических, но цифровых. Далее пошли. Здесь у нас set color. Обратите внимание, секунды цифровые, они у нас видоизменяются. Можно их включить любым цветиком. Ну, давайте сделаем красным в моем случае. А следующая настроечка — это у нас выключение виджетов. Сейчас они есть, как вы видите, да, но нам стоит вот сюда сделать, и пропадают виджеты. Если вдруг они вам не нужны, то можете убрать. Дальше секунда. Смотрите, если мы включаем, у нас вот такая вот полосочка. Сейчас я вам включу и покажу. Если мы включили секунды, то у нас появляется вот полосочка по кругу, которая идет помимо вот этой тоже. И теперь режимы AOD. Первый я вам показывал в самом начале. Сейчас мы с вами посмотрим вот в этом режиме. Получается, есть яркий режим, самый первый, который вы видели. Второй чуть темнее. И здесь вот, пожалуйста, еще темнее режим AOD. Дальше у нас меняются таб-зоны. Первое, вы видели, это можно установить какие-то приложения, ярлыки, чтобы нажатия по часам или минутам вызывались какие-то приложения. Потом меняется виджет у нас, пожалуйста, здесь. И самый последний тоже. Поддержите нашу разработчицу, пройдите в описании по ссылочке в магазин Wear Store и приобретите данный циферблат. Вам же спасибо за внимание, всего доброго и до новых встреч!